Уважаемые коллеги, у нас небольшая официальная церемония награждения. Вот сюда его оставим. Всех, если что, очень близко. Давайте наградим лауреатов, номинатов. У нас будет ряд основных номинаций, которые повторяются из года в год, и ряд спецноминаций этого года. Начнем с основных номинаций. Есть у нас основные номинации. Лучший годовой отчет финансового сектора. Просим и номинатов, и лауреатов прислушаться. Мы награждаем Unicredit Bank дипломом номината в этой номинации. Просим представителя получить диплом. Награду у нас вручают отраслевые эксперты и отраслевые авторитеты. И в рамках этой номинации награду вручает Игорь Вячеславович Беликов, директор Российского института директоров. Пожалуйста, приходите сюда. Итак, Unicredit Bank. Есть ли представитель, чтобы получить свою награду? Нет. Значит, мы отложим эту награду и передадим ее потом. Подождите, это еще не все. У нас есть еще один номинант. Это Сбербанк. Это также диплом номинанта. Получается, есть ли представитель? Получается, нет. Нет. Хорошо. И лауреатом номинации «Лучший годовой отчет на финансовый сектор» стала группа ВТБ. Есть ли представитель банка, чтобы получить свою награду? Нет, ничего. Окей. Значит, мы движемся дальше. Спасибо. Следующая номинация у нас «Лучший годовой отчет», соответственно, не финансового сектора. Здесь диплом номинанта мы награждаем группу МЛМК и у нас получает Вадим Константинович Вербицкий, председатель коллегии Национального реестра профессиональных партийных директоров. А вот ну как это такие писатели? Ну, всякое бывает, но давайте тем не менее. Все, видите, как хорошо. Я смогу учить. Просим получить вашу награду, если хотите что-то сказать. Вы вручаете НЛМК, либо НЛМК. Ну я тоже вручаю НЛМК, скажем, да? Вот Липецкая. Значит, Липецк для российских студентов не чужой город, потому что один из наших ключевых сотрудников, Екатерина Никитчанова, она родом из Липецка. Поэтому нам вдвойне приятно, скажем, мы бы знали, мы бы ее прислали, чтобы она заходила. Ну вот знаете, что как правильно Липецкий. Вы липчане, как бы нет. Я вас говорю. Нет, вот откуда вы вот, липчане, да, вот липчане должны знать. Все, поэтому вручу. Спасибо большое, спасибо. Теперь это еще не все. Нет, это еще не все в рамках наших церемоний. Следующий диплом на вы не говорите. Мы вручаем компании «Газпромнефть» также в номинации «Лучший годовой отчет по финансовой секторе». Есть ли у нас представитель компании? Отлично. Из-за угла. Нет, это нельзя брать. Это я из-за угла делал. Ну, все, что связано с словом «Газпром», конечно, невозможно относить без трепета. Поэтому я понимаю, что у вас приписка нефти немножко, скажем, уменьшает масштаб вашего бизнеса, но все равно, скажем, вас поздравляю. Спасибо большое, очень приятно. Мы в следующий раз надеемся получить этот же приз. И, наконец, лауреатом номинация «Лучший годовой отчет на финансовый сектор» в этом году стала компания ФСК ЕС. Просим получить вашу награду. Здравствуйте. ФСК тоже не могу не сказать, потому что я ФСК в этом году вручаю второй раз приз. Первый приз я вручал в славном городе Сочи. Да. И там была ситуация такая, когда я сказал, Краснодарцы обиделись немножко, когда я сказал, ну вот уже в Краснодаре потренировались,
конкурсе. Теперь можно в Москве участвовать. Какую-то из московских крутых, крутых конкурсов. Меня казахцы обидели и сказали, что вот, ну как ты это обидел. Поэтому мне пришлось говорить там еще дополнительные слова уже в адрес их. Поэтому, ну, вас еще раз поздравляю. На самом деле вы, собственно, сделали, вот вы, собственно, вы сделали, потренировались в Сочи и, собственно, выиграли, скажем, в этом месте. Все, а говорите. Нет? Я все сказал, да, хорошо, спасибо. Тогда движемся дальше. Дальше у нас... Все, я покидаю. Да, хорошо. Да. Следующая номинация уже дизайн и полиграфия. Соответственно, тоже финансовый и финансовый сектор. Сначала финансовый сектор. Здесь награду будет вручать Дмитрий Владимирович Горшков, креативный директор агентства DTLP. Пожалуйста, уходите. Вручайте. Сначала номинантам. Номинантами здесь стали, мы их награждаем. Банк, финансовая корпорация «Открытие». Пожалуйста, получите вашу награду, если вы здесь. Идут? Отлично. Работает прекрасно. Спасибо вам большое за прекрасный годовой отчет. Спасибо. Вы представляете, как бились. Конечно, каждый диплом, на самом деле, полученный, в частности, по этой номинации, но нашей кровью и потом, и вашей работой заслужим. На самом деле, большое спасибо, что нас отметили. А, большое спасибо. Я думаю, что действительно заслужим много. Много усилий было приложено. Спасибо большое. Спасибо вам. Дальний диплом номинатора награждается МСП «Банк». Даю. Спасибо большое. Не многословно, а искупайте их в овации. Третьим номинантом в этой номинации стал банк ABLV банк. Есть? Как приятно вручать. Нашего банка «Лабор Венцит Умния», то есть труд побеждает все. Соответственно, мы стараемся, будем стараться и дальше. Большое спасибо за признание. Всем спасибо. Заметьте, не просто человек выше получил заслуженную награду, а еще и продвинул свою компанию, динамерно. Вот. И, наконец, что особенно приятно, в этом году, в этой номинации есть лауреат. В прошлом году, напомню, жюри было настолько строгим, что лауреата не смогло определить. А в этом же году диплом лауреата достается Газпромбанку. Пожалуйста. Вот. Поздравляю вас. В следующем году все будет еще лучше. Семинар сегодняшняя прекрасная, конференция прекрасная. Будет еще лучше. Благодарю вас. Очень приятно. Спасибо. Все, да? Спасибо. Я побежал. Да, да. Так, и теперь у нас номинация дизайн и полиграфия, опять же, но не финансовый сектор, и здесь дипломы вручают Андрей Вячеславович Кожевников, гендиректор дизайн-бюро «Зебра». Пожалуйста, ходите. Так, начинаем с номинатов. Диплом номинатов получает группа «Русагра». Если представитель есть, просим прийти и получить награду. На самом деле, если мы все хотим сегодня увидеть красивый дизайн, я всех приглашаю на наш корпоративный сайт. Там и выложена PDF-версия нашего отчета. Мне самому он лично очень нравится. Так, следующим номинантом становится акционерное общество ФПК. Да, федеральная пассажирская компания. Спасибо всем тем, кто принимал участие в создании годового отчета. Спасибо. Так, и наконец, третьим номинантом в этой номинации становится АО «СОЭК». Еще раз. Спасибо большое. Это очень
очень большой труд, и очень приятно, что существуют такие сообщества, которые способны оценить. И, наконец, победителем этой номинации, лауреатом становится компания «Уралкалий». Что это тоже был очень большой труд. Исторически команда «Аяна» очень сильная, была большое внимание уделяла подготовке годового отчета, поэтому будем избавлять обороты, будем также по праву занимать дальнейшие первые места. Спасибо. Спасибо. Далее, по нашей уже такой ежегодной традиции, у нас есть номинация Российского института директоров за лучший уровень раскрытия информации о практике корпоративного управления. Просим Юрия Вячеславовича, чтобы вручить профильный диплом. И здесь награждается компания «Башнефть». Есть представитель компании? Да, мы знаем, да, что ваша компания прошла в этом году через очень непростой этап. Очень сложно. Тем не менее, это не отразилось и на результатах компании, и на том, как она раскрывает информацию для всех заинтересованных лиц о том, что с ней происходило, каковы ее перспективы. Так что вдвойне вас поздравляем, что пройдя через такой сложный этап, тем не менее, вы сохранили качество и своей деятельности, и раскрытие информации. Поздравляем. Наш год действительно был достаточно для нас серьезным, в каком-то плане очень сложным. Но в любом случае мы благодарны, во-первых, за понимание, во-вторых, за поддержку, в-третьих, мы отдельно приносим свои большие благодарности компании «Горизонт КФ», которая помогла нам в создании данного годового отчета, которая с большим терпением и очень, скажем так, глубоким профессиональным подходом отнеслась к нам. И, конечно же, наш прекрасный коллектив и менеджмент, который в своей сути очень стабильны и, наверное, очень тоже глубоко профессиональны, они всегда спокойно дают вам свои комментарии, мы их учитываем, это, наверное, как раз тот случай, когда нам очень приятно работать, и мы всегда получаем правильный фидбэк. Спасибо. Спасибо. Мы надеемся, что вы управляете с восприятием. Далее у нас номинация за лучший интерактивный годовой отчет. Награду будет вручать и директор компании «Экофлук» Давид Николаевич Жгава. Тренировался целый день. Награждаем номинантов. Номинантом становится компания «Газпром Нефть». Номинация «Лучший интерактивный годовой отчет». Спасибо большое. Ну, этот приз, наверное, стоит разделить с нашими коллегами, которые помогали нам активно разрабатывать интерактивную версию отчета. Благодарим ним, мы уже, наверное, год четвертый получаем призы на крупнейших конкурсах. Спасибо большое, Зелье. Спасибо. Следующим номинантом становится компания «Металлоинвест». По поводу технических заданий, по поводу выстраивания коммуникации между клиентом и непосредственно исполнителем. Вот. И хотел сказать, что данная награда – это результат непосредственно правильно выстроенной коммуникации между клиентом и компанией, которая воплощает собственно, идеи клиента в жизнь, делает это профессиональным образом. Поэтому важна, скажем так, отражение данной награды – это синергия между клиентом и исполнителем. Спасибо большое. Спасибо. Третьим номинантом в этой номинации становится компания «Атомэнергомаш». Конференция была большая, так что мы с клиентами поздравляем. Ну,
Спасибо. И, наконец, лауреатом премии в этом году становится компания РЖД. Стоит отдельно отметить. Очень хорошо. Спасибо, коллеги. Я бы хотела поблагодарить, во-первых, организаторов конкурса за то, что отмечают все наши труды. И также, конечно, я хотела поблагодарить нашего подрядчика Дизайнера Землю и Андрея Кожевникова и команду. Спасибо. Так, и, наконец, последняя номинация у нас в разряде основных номинаций. Это номинация, которую мы видим со своей стороны, со стороны агентства, за лучшую практику раскрытия бизнес-модели в отрасли. Считаем критично важным награждать компании за такие отдельные моменты раскрытия. И здесь у нас один лауреат – это компания «Твелл». Прошу. Большое спасибо за столь высокую оценку экспертного сообщества нашей бизнес-модели. Спасибо. Так, и далее у нас есть ряд спецноминаций. Первая из которых – номинация за качественное раскрытие информации о стратегии компании. Здесь мы награждаем компанию «Атом Редмедзолото». Спасибо большое за высокую оценку наших трудов. Как я уже говорила, да, в своем выступлении в утренней сессии, действительно, стратегия имеет большое основное значение. То есть это фундамент, на котором строится весь годовой отчет. Спасибо большое, что оценили. Спасибо. Следующая номинация – за качественное раскрытие информации об устойчивом развитии. Здесь мы награждаем концерн «Росэнергоатом». Большое, очень приятно, что коллеги из атомной отрасли получают такие награды. И я надеюсь, что своими отчетами, в том числе об устойчивом развитии, мы развенчиваем миф о том, что атомная промышленность является опасной для окружающих, как написано в последнем отчете РАО-эксперт. Спасибо. И в номинации «За качественное раскрытие информации об инновационной деятельности» награждается также корпорация «Твелл». Спасибо.